споткнуться о порог, входя в кабинет начальника. Одна из худших примет для сотрудников компании, для некоторых. Если не уволят, то разное или строгий выговор устроит точно. Но если уж споткнулись, то ни в коем случае нельзя заходить в кабинет. Под любым предлогом избегайте разговора с боссом. Вот одна из примет, скажем так, суеверия. Вера в пустое, не имеющее смысла. Ну, споткнулся ты, и у тебя сразу мысли: опа, разговор с боссом не пойдет, скажу что-то не так, он ко мне относиться будет не так, как надо. И вы начинаете раскручивать программу согласно своей вере в эту примету. Да пошла она вон, эта вера, в эту примету. А вы наоборот себе говорите: если я споткнусь, это значит, что я человек, что со мной происходят обыкновенные вещи, как и со всеми. Спотыкаюсь на ровном месте, и такое бывает. Но босс увидит во мне не просто какого-то педанта, но и человека, который может и споткнуться тоже. И это, кстати говоря, еще и создаст определенную атмосферу, потому что обычно люди заходят все ровненько, все так, чики-пики, а тут раз споткнулась, о, на меня он обратит внимание, особое внимание, потому что это непривычная ситуация, не все ведь спотыкаются, люди вообще не хотят спотыкаться, а я даже специально споткнусь, да. Вот так, примерно в таком духе. И избавляйтесь именно от этой ненужной офисной приметы. У нас звоночек, принимаем. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Вас опять не слышно. Номер телефона прямого эфира.